друзья мои, всем привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Наконец-то я нашел немножко времени, чтобы записать для вас видео и рассказать, что же происходит сейчас с 200-литровым аквариумом. Ну, я также в отдельном видео расскажу, что на нижнем этаже происходит с разведением креветки омана. Но это в следующем видео. Ну, а сейчас по 200-литровому аквариуму. Как вы видите, стайка тетра аманда все на месте. Вот, все сомики на месте, сиамские водорослееды, 3 штуки, один выпрыгнул. Растения растут. Из нового у меня появился эхинодорус. Я, к сожалению, не помню название. Его мне прислал Павел из города Ровно. Спасибо ему. Из новых жителей тут появились Эль-Самы, Эль-181. Их очень тяжело увидеть. Я реально их видел только тогда, когда их сюда выпускал. Вот на видео. Ну и анциструсы Супер Ред. Их можно увидеть. Они тут где-то плавают. Значит, что из изменений? Плавающий остров я все-таки убрал, который тут болтался по течению. И взял садовую сетку и разместил все под сетку, этот мох. Когда я его резал, действительно он такой был, как, я не знаю, как войлок. Вот прям разрезаю, такой толщина такая. Вот, я его на полосочки разрезал, разместил. Ну, я думаю, еще неделька, и он начнет вылазить из сетки. Уже я вижу, уже есть молодые ростки, которые он пустил. Ну, я думаю, там месяц-два, и он уже подзарастет хорошо. Вот. Что меня порадовало больше всего, это то, что гигрофила пенантифида, она начала расти. У меня был маленький отросточек, который я оставлял. Кто смотрит видео, может быть, обращали внимание или помните. Вот он вот в центре острова. Я сейчас покажу вам. И она начала опускать ростки. Давайте я сейчас покажу вам. Так. Ну, в центре она находится. Буду как указкой показывать вот скребком обратной стороны. Вот он основной куст пенантифиды. И вот она начала пускать маленькие боковые побеги. Вот один. Вот тут в середине, внизу один. Сбоку есть. Вот тут вот. То есть она разрастается. Мне интересно, каких масштабов это все достигнет. В общем-то, будем ждать. Буцки чувствуют себя хорошо. И видите, я так скомпоновал. Вот такие, которые с синим отливом, они все в одной группе вот находятся. Анубы тоже себя чувствуют нормально. Вот, что я сделал для эхинодоруса и криптокарины. Я все-таки взял ермолаевские таблетки и под корни положил. Потому что, ну, маловато им будет этого грунта. Вот, все-таки жалко их, пусть они все растут нормально. Вот, бальбитис чувствует себя отлично. Вот, можете его увидеть. Также меня можете увидеть в отражении. Этот огромный куст, вот он. Ну и аманды тут, как всегда, следуют за движением. Только им покажи, они постоянно голодные. Вот, улитки, которые я приобретал, вот они все здесь как на выставке. Все лежат, 5 штук, я их собрал, они по углам аквариума были. Внутри они как бы есть, и не знаю, вот эта крайняя справа, она даже как бы, она развернулась, шевелилась, не знаю, может у них какая-то спячка, или еще что-то. Напишите, кто знает, кто в теме по этим улиткам. Что с ними? Вот, как-то так, ребята.
Вот, в общем-то, по 200 литрам на сегодняшний день вот такая ситуация. Все растет, все развивается, остров потихоньку набирает массу свою. Вот. Эльсамы прячутся, я их не вижу. Креветки Blue Dream тоже прячутся, я их не вижу. Ну, вот. И фильтраторы. Два фильтратора, не знаю, куда они делись. Недавно видел, несколько дней назад, один из них полинял. Ну, вот. И я видел их как-то мимолетно моментом. И все. Сейчас я даже не знаю, где они. Обычно они сидели вот на острове. Сейчас я их просто не вижу. Ну, в общем, ребята, вот так вот. Пока что добавить мне нечего по 200-литровому аквариуму. Пока вот состояние такое, из новинок, что было, я вам уже показывал. Вот. Еще раз прошу прощения, что очень мало сейчас уделяю времени этому. Работа забирает все время, поэтому... Как смогу, так и буду вещать о своем аквариумном хозяйстве. Вот. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Смотрите мой канал, смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки, оставляйте комментарии. Мне очень это важно, и я читаю все ваши комментарии, стараюсь на них ответить. Я наблюдаю, что вам интересно. И к некоторым советам я даже прислушиваюсь. Поэтому, ребята, еще раз спасибо и всего хорошего. Пока!